Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем здравствуйте! Приветствую вас в Подмосковье, в городе Домодедово, где совсем скоро на стадионе «Авангард» начнется матч 11-го тура Мелбет первой лиги. Атака Велеса направо, передача, наверное, уже чуть более запоздалая, но можно бить! Хороший удар, это Мамин, первый голевой момент в матче, самый что ни на есть настоящий. Подбор, бить неудобно, это Дамир Таликин, у него хороший дальний удар, и в этом мы сейчас убедились, и Петр Косаревский, браво! Приклеивается к нему, прогоняет за пределы штрафной, подача, Шамкин, удар, еще один, но второй-то получается слишком мягким и простым. И Петр Косаревский выручает свою команду дважды в течение одного эпизода. Атака КамАЗа, разумеется, налево, разумеется, Коглоев. Прострел, удар, 1-0, браво, браво, браво. Но это классика челнинского КамАЗа, и это Амир Мохамад. И это шестая голевая передача Александра Коглоева. Чувствуют они себя с Кахидзе. Прострел справа и намек на пенальти. Так, Андрей Панюков. Удар, Момин! И успеет мяч накрыть, успеет! Красавец, голкипер челнинц. Левый от себя угол, с правой ноги, читает это Момин. Бацуевым, и только благодаря настойчивости Кахидзе удается это продолжить, и снова 11-метровый у нас. Логуа, удар, это гол! Это гол, это 1-1. Совсем другой удар, совсем другой результат. Ну и совсем другое направление полета голкипера. На поле со скамейки Киртанов. Киртанов обратно налево. Саркисян. Удар. И убрал руку, да? Убрал же? Он выставил, но в самый последний момент уже убирал. Но мне показалось, что небольшое касание все-таки было. И звучит финальный свисток. В Домодедове Велес и КамАЗ играют в ничью.